Уважаемые соотечественники, приближается 11 июля. Это не просто день выборов. Это день, когда наша страна получит шанс окончательно очистить институты власти от кулёчной мафии. В прошлом году мы избавили страну от кулёчного президента. Это был первый шаг. Но мафия намертво вцепилась зубами в депутатские кресла, чтобы и дальше контролировать правительство. Зачем? Для того, чтобы продолжать воровать и грабить нашу страну. Каждый их день во власти – это десятки миллионов лей, украденных у народа страны этими негодяями. Благодаря давлению народа коррумпированный парламент был отправлен в отставку. Осталось сделать следующий шаг. Выбрать новый честный парламент без депутатов-кулечников, схемщиков и разного рода жуликов. Мы собрались сегодня здесь, чтобы объявить о нашем участии в избирательной кампании, презентовать избиратель-блок Рената Усаты, рассказать о том, кто мы и зачем мы идем в парламент. Парламент – это не только место, где принимаются важнейшие для страны и для народа законы, но и орган, который назначит правительство. От того, какое правительство будет назначено после выборов, будет зависеть, как наша страна будет жить последующие 4 года. Теперь от каждого из вас, от каждого голоса будет зависеть, кто будет управлять Молдовой следующие 4 года, какую политику и в чьих интересах будет проводить следующий парламент и следующее правительство. В выборах примет участие очень много партий. Некоторые из этих партий захотят быть в парламенте рукой Вашингтона, Брюсселя, другие рукой Бухареста. Третьи – рукой Москвы. Это их выбор. Они сами выбрали себе хозяев. Блок Рената Усатова будет рукой народа в следующем парламенте. Рукой, сжатой в кулак и требующей справедливости, защищающей интересов всех граждан нашей страны. Этой рукой народа, этим кулаком народа станут наши депутаты. Наша команда – это честные люди, настоящие профессионалы, умеющие работать эффективно. Наша команда подготовлена как к работе в парламенте, так и в правительстве. Считаю важным подчеркнуть, что мы сегодня единственная команда, в которой нет бывших депутатов и бывших министров. Наша команда выступает за политику конкретных и созидательных дел. Мы команда, которая неоднократно доказала, мы умеем и знаем, как нужно работать. Каждый член нашей команды сумел себя реализовать и показать свою полезность не только обществу, но и всей стране. Наш критерий набора кадров – честность и профессионализм. Наша команда разрабатывает проекты и программы, которые будут работать только на благо людей. Сейчас я представлю вам некоторые из наших проектов, наших конкретных добрых дел для Молдовы. Но важно понимать, что добро не должно быть беззубым. Добро не может быть беззащитным и слабым. Слабое добро – это возвращение к власти кулечников и прочих негодяев. Добро не должно только продвигать идеи созидания, но и защищать их. Добро
должно быть с кулаками. Блок Рената Усатова – это сегодня кулак всего молдавского народа. Мы объявляем войну всем тем, кто грабили и продолжает сегодня грабить нашу страну. Мы идем во власть, чтобы дать в морду всем тем, которые хотят дальше продолжать жить за счет нашего многострадального молдавского народа. Наша задача – остановить грабеж страны. Около 30 лет власти Молдовы делали только одно – грабили молдавский народ. Ежегодно в карманы чиновников ложились сотни миллионов долларов. Это откаты, взятки, контрабанда и многие другие преступления. А общий ущерб Молдовы от этого грабежа исчисляется миллиардами долларов. Верхушка власти все эти годы обогащалась. Наш народ только беднел. Народ не хочет больше этого терпеть. Мы выполним волю народа, уберем всех этих паразитов из нашей Молдовы. Мы заставим всех депутатов парламента работать на благо людей, а не на свои интересы, так как они делали все эти годы. Возьмем под народный контроль работу абсолютно всех органов власти. Наши депутаты станут народными контролерами и народными дружинниками. Да, все это непростые задачи, но мы их решим, потому что мы знаем, как это сделать. Потому что мы команда! Мы начинаем сегодня. Сейчас мы должны мобилизовать все свои ресурсы для того, чтобы победить на выборах. У нас нет кульков с миллионами евро. У нас нет своих телеканалов и нет админресурса. Но у нас есть больше, чем все это взятое. У нас есть поддержка народа, который хочет изменить жизнь в стране и знает, что реально это можем сделать только мы. Сегодня идет прямая трансляция нашего собрания через интернет на весь мир. Десятки тысяч граждан Молдовы смотрят нас на юге, на севере, востоке и центре страны. Нас смотрят в России, Румынии, Украине, Беларуси, Италии, Испании, Франции, Германии, Израиле, США и Канаде и многих других государствах мира. Мы объявляем всенародную мобилизацию. Идите к вашим друзьям, соседям, родственникам, знакомым. Призывайте всех сделать сегодня только одно. Встать на сторону правды, чтобы вместе дать шанс нашей стране. Передайте, пожалуйста, всем, что блок Рената Усатова – это добро для народа и кулак народа. Это та команда, которая начнет реальные перемены в Молдове и будет реально модернизировать страну. Это та команда, которая сможет улучшить жизнь людей. Это команда, которая уничтожит мафиозно-коррупционного монстра и построит новую Молдову. Молдову будущего без воров и лжецов. Молдову, в которой будет жить комфортно простым людям. Блок Рената Усатова уверен в победе, верен народу Молдовы. Сила в правде!